Всем привет! Хочу показать, как я сделал ворота. Вот такие вот. Тут проем у нас трехметровый. Взяли трубу 20 на 40. От столба до столба ее приварили. Потом от столба отступили сантиметр и приварили вертикальную трубу. Также поделили это расстояние пополам и приварили две вертикальные трубы, они же край ворот. Вот через проставочку такую деревянную. Потом горизонтальные по центру и диагонали. Тут вот видите тоже зазорчик от столба. Получается вот такая вот картина. Обварили все это дело. И сейчас вот будем заниматься петлями. Все швы у нас обварены. Это место под замок. Усиленное. Так вот выглядит со стороны. Приварил петли. Но сами ворота еще держатся за счет столба. То есть все это сейчас еще одна цельная конструкция. И после вот того, как мы это все распилим, ворота будут идеально стоять по горизонтали. То есть воротина будет одинакова с другой воротиной. Не будет никаких перекосов. Даже в цеху это сварить очень сложно. А вот такой способ мне очень нравится. Делаем так уже не первый раз. Быстро, удобно. Осталось буквально пару секунд. И ворота откроются сами. И даже никакого провисания нету. Оп, одна воротина уже освобождена. Также освобождается и вторая. Все легко открывается, нигде ничего не зажато и не перекошено. Самый легкий способ изготовления ворот. В дальнейшем их можно обшить либо профнастилом, или же как у нас это будет обшивка дерева. Хотим обшить что-то в этом стиле. Уровень бог. По высоте все идеально, снизу идеально. То чувство, когда отговорки, это не для тебя. Дождь и любые погодные условия для тебя не помеха. Зонтики можно красить. Торцы закрыли пластиковыми заглушками. Здесь соединение между воротами, а здесь соединение в землю. Также на столбах тоже 80 на 80 заглушка пластиковая. Здесь сердцов, которые к столбам были приварены, тоже заглушки поставили. Вот так вот ворота выглядят со стороны, уже покрашены.